Всем привет, уважаемые подписчики, с вами Чумной Доктор. Так, я здесь отходил, кофе себе сделал, чувствую, сердце будет болеть опять, но меня очень сильно вырубает, так что давайте продолжим играть. Что-то я не знаю, зачем он. О, начинает играть. Вы играли бы постоянно. Цены его вам не было, ребята. У нас тут пока думал сохраниться и выйти, пойти в Норберт, пофармиться, но у нас тут смс-очка прилетела, типа, требуется аудиенция. Давайте послушаем, что нам скажут. О, владыка, в Нордберге нашлись люди, не пожелавшие следовать тропою тьмы. Не понял. Они бежали, присоединившись к коммуне эльфов. И еще я хотел спросить, не дадите ли вы мне нескольких прихвостней? Если бы они помогали мне по дому, моя жизнь стала бы намного проще. Умеют они носки, что ли? Не понял. Ты что, служанку, что ли, нашел? Ну-ка, на съедение. Почему все хорошее достается им? Кому им? Уи, полетел. Если решите, что пришло время наведаться к ним на праздник, дайте мне знать, повелитель. Сейчас мы туда прямо отправимся. Это что за наглость такая, бунт поднимать? Полетели. Разобраться, кому-то взбучку надо устроить. Все как уж живыми, так и без него может сказать эффективная тактика. Постарайтесь поставить противника как буров, так и зеленых, или добавьте зеленых. Опа. Вы видите, да, это нечто. Так и сделаем. Ну-ка. Максимус, ты с нами? Максимус с нами. Все, значит, можно не бояться. Если Максимус с нами, то мы любого бога одолеем. Хотя обратил внимание, что эти ветераны 7 уровня, блин. У зеленых ботанов. А вот и главное обнималище. Ничего, скоро тут будет весело и страшно. Чтобы закрыть брешь, нужно добраться до ворота. Красные! Потребуются еще волки. Все! Давайте без убийств об стенку, а? Да, самоубийство. А, тут нужны волки, да, будут? Красные! Вы выбрали все! Вперед! Зайчики, это плохо! Я даже знать не хочу, на что они там смотрят, эти жители. Они окуренные, что ли, еще? Ну. Вперед, штучки добудьте мне. Кто выложиться не хочет, ну ладно. Пойдем вперед. Красные вперед. Сучки, если как бы добывайте. Что вы все это стоит? Давай, вперед! Эй, ну ладно. Созываем всех. О, охотники! Я с вами-то. Опа, нихера себе. Вы выбрали все. Давай, жги их, жги. О, красавы. О, молчали, давай. Ломай! Давай! Максимус, бери волка! Максимусу дали волк? Блин. Фараона оседрал. Нет, фараон тоже не оседрал. Зато Степан на волке. Ладно, хоть что-то. Степан на волке у нас.
Ладно, лучше сюда. Фига себе, он ятаган себе нашел. О, тюленчики, вперед! Не понял. Вперед! Ботаны, ботаны, сюда, сюда, быстро, быстро, быстро. Красные! Все! Быстрее, быстрее, нас сейчас этот закидает это. Давай, 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 мансим, мансим как можно. А теперь иди сюда, скотина. Бей их, бей всех, никого не жалеть. Обнимите? Братан, вставай. Ты не имеешь права умереть. Волки, вперед! Блин, надо было побольше, побольше надо было пробыть сначала, прежде чем сюда идти, ну ладно. Тоже еще. О, зайчик еще бегает, никого не трогает. А ты его убить за это. Чего он здесь ходит? Вперед! О, убейте вас! Нашли своих волков. И мои волки. Теперь мои. О, нихера себе, панда известная выскочила. Вперед! Бурые! Бурые! Красные, зеленые! Бурые! Бурые! Все! Все оседали волков, что ли? О, кавалерия! Не всех, конечно, оседали, но все равно. Хоть что-то. О, ловите его. Пойдем. Время устроить суматуху в лагере сектантов. А то устроили тут какой-то. Или понял? Разборки! Ишь ты, решил дубинкой мне по шлему дать. Я такого не потерплю. О, еще! Любовь? Я тебе сейчас покажу любовь, братан, но ты об этом пожалеешь. Это просто кавалерия Армагеддона. Всадники апокалипсиса. О, еще придурки, вперед! Обратили внимание, что эти зеленые что-то вообще ничего сделать не могут. Бежим, бежим. Бурые! Красные! Бурые! Так, бурые. Вперед! Вы выбрали всех! Все, айда ко мне. Ща мы там устроим веселуху. Айда, айда, братва, пошли. Бежим, бежим. А то ишь ты, охренели совсем. Мочи эту женщину, мочи! Внутри, внутри. Эльфы, вперед! Вы мне мешали. Вы мешали мне. Все сюда. Ломай все, убивай всех, короче, без разницы. Никого не жалеть.
хера себе. Может, их убивать надо было, типа, а было просто подчинить, я не знаю. Блин, зайцев убивайте, чего вы зайцев-то не убиваете? Зайцев жалеете, что, совсем что ли уже? О, смотри, сколько там их в лесу, лови их всех! Мы город все подчиним, а вас мы всех зарежем. Кого спасти? Что случилось? Все здесь? Лови всех, убивай всех! А, эти жгут же красные! Ой. Я всех убил, я плохой. Поддел убивать не надо было. Ну-ка, мой. О, характер в сторону злого пошел. Ну ладно, ничего страшного. Я думаю, нас они простят. Только не утопитесь, пожалуйста. Вперед. Там еще душа. Лови их всех. Место быстро. Красные. А вот теперь иди сюда, жрица гребаная. Нихера у нас... Где она? Ребята. Она что-то от нас хочет. Вперед! Давай, зеленый, туши ее. Красавчики. Вот и бунт подавлен. Кровавому способу. Ладно. Что больше, так сказать, не бастовали. Чтобы больше не бунтовали. Это вообще уже там расслабились. Давай туда тоже. Что это там, геноцид? О, там синенький кристаллик, берите его. Синенький, а розовенький. Вперед туда тоже. А ты тащи за нами его. Да, сет валяется. Вы что, серьезно не можете его догнать? Ладно, пошли хер с вами. Будут подавлены, это главное. Что спасите-то? Паникеры гребаные. Паниковать не надо. Не надо паники, работает профессионал. Мы одного потеряли. Да, неси это на базу. Домой. Все, и мы домой. И мы тоже домой. Еще один там этот. Какая-то странная женщина. Ну, за ваше здоровье. А, блин, сахара много положил. Хозяин на месте. Не доверяю я имперцам. Не ты один им не доверяешь, поверь. Сами всех магически охотятся, а сами магией пользуются. Так. Ласк
кто-то хочет видеть, господин. Кажется, это женщина. Постойте-ка. А раньше мы с вами не встречались? Я много где побывала за свою жизнь. Сейчас я пришла, чтобы предостеречь. Опасной тропой вы идете. Мне уже приходилось видеть такое. Прихвостни, темную башню, женщины. Это сочетание приведет вас к гибели. Ты что, мне угрожаешь? Уха. Гибель ждет только тех, кто не склонится перед повелителем. Я много лет наблюдала за вами. Тайно. Вам нужно увидеть, какое будущее вас ждет. Ищите ответ в старых землях. Путь открыт. Теперь все в ваших руках. Эта безумная женщина говорит правду, повелитель. Грабе обнаружил в пустошах действующие врата. Те места когда-то цвели, но потом много всяких страшных вещей случилось. Там творится полный хаос, ожидать можно чего угодно. Я бы советовал проявить максимальную осторожность. Ну, поплыли. Ха! Ой! Нихера. Кстати, у нее этот эльфийский лава на голове. Конечно, там все вверх тормашками и наизнанно. Но зато вы повидаете старые земли. Пошли сходим, посмотрим, что там творится. Перед тем, как отправиться к пристани, попробовать тяжело подкрепить их силы. А, типа, вот зачем нужны были эти кокосы. Когда-то здесь находилась темная башня, резиденция владыки тьмы. Потом ваш предшественник таинственно исчез во время путешествия в адскую бездну. Угу. Оставшись без повелителя, мы скрылись в ином мире. После того, как великий катаклизм разрушил темную башню, мы решили не возвращаться. Сами поглядите, магия тут так и беснует. Что за хрень? Ничто ее не сдерживает. А прихвостни не очень любят, когда у них вырастает вторая голова или отваливается хвост. Если это не по приказу повелителя, конечно. Ага. Считается, что именно отсюда в мир пришли великий катаклизм и магическая зараза. Да. Хотя никто не может сказать, что стало причиной их возникновения. Вам стоит обследовать эти земли, повелитель. Они скрывают множество артефактов и секретов, способных помочь борьбе с империей. Давай, да, пошли. Думаю, здесь нам зеленые не понадобятся. Зеленые вообще специфические такие войска, если честно. Что они, ну, не особо нужны. Хера себе, что здесь случилось? Хатахлизм натуральный. Вон та крепость вдалеке когда-то вселяла ужас в сердца людей. А вот это ваша плодильня, повелитель. Ну, то есть именно здесь было посажено ваше злобное семечко. Ваша матушка ушла до того, как вы родились. Она считала, что темная башня не лучшее место для ребенка. Ох уж мне эти женские предрассудки. Мы боялись, что вы исчезли навсегда. Но потом бурые нашли вас в Норберге. Истинное зло невозможно уничтожить. Истинно глаголишь, Гнарл, истинно. Клянусь своими когтями, это же осколок сердца старой башни. Сердце башни накапливает магическую энергию и становится сильнее вместе со своим повелителем. Когда исчез старый повелитель, магическая энергия постепенно выдохнула. Однако по какой-то причине сердце еще и взорвалось. А, так вот, что на самом деле было причиной великого катаклизма. Попробуйте отыскать другие осколки сердца, повелитель. Вдруг в них еще осталась энергия. Вы устроили большой бум в свое время. Что за... О, убивай! Нихера себе, мне путь сократили, конечно. Что за субстанция такая синенькая? Сердце башни взорвалось, вызвав катаклизм. Потом высвободившаяся энергия породила магическую заразу. У энергии не было повелителя, который мог бы ее впитать.
Только посмотрите, что она сотворила с местной флорой и фауной. Волшебная слизь выглядит особенно интересно. О, это же хоббиты. После появления магической заразы местные жители настороженно относятся к волшебным существам. Даже выживших полурослых они выгнали прочь. Впрочем, их в лучшие времена никто не любил. Вау, и зеленые нужны. Как это я не подгадал, думал, что зеленые не нужны. Ладно, пошли, здесь он какой-то кристальчик есть. Несите на базу. Здесь погуляем. Не стоит посылать туда прихвостней. Возможно, синие прихвостни, будучи более способными в магии, могли бы с ней справиться. Нужно постараться их найти, повелитель. А до тех пор советую творить зло где-нибудь в другом месте. Вот синих у нас пока нету. Они, как обычно, самые последние появляются. Заклятие прихвостней позволит вам более гибко управлять прихвостнями, повелитель. Вы можете или сделать их намного сильнее, или стать сами сильнее за их счет. Не, мы не можем их использовать. Да, пошли, ребят. У нас много работы. Сначала это. Отправим зеленых добыть ту фигню. Красные! Зеленые! Ну, Максимус с нами. Если Максимус с нами, мы победу у нас в кармане. Это всегда так было. И будет. Нужно. Трое всего надо было. Вы выбрали всех. Потому что Максимус у нас самый могучий. Артефактов здесь не так уж и много, когда были. Ну, хоть что-то. Когда были. Это так и есть. О. Красные! Это огонь, да? Такс. Опа! Молодцы. Давайте домой. Это катализатор заклятий. Он поможет вам сделать заклятие лучше. Ну, я так понимаю, все, здесь больше ничего нету. Можно возвращаться в башню. Посмотрим, что там за магические наследия, свойства, и на этом серию закончим. Чтобы в следующей серии уже дальше по сюжету пойти. Спокойно кушаем. Серия может быть короткая, но получится, но что поделать. Зато мы вот 3 артефакта целых нашли. Там начальной локации. В начале локации одной большой. Дальше нас, конечно, не пускает без синих. Ну ладно, что поделать. Что тут сделаешь? О, у вас стало больше маны. Теперь вы не будете тратить всю на одно заклятие. Ира. Швырнул придурка. Давай домой. Сейчас посмотрим еще, может что-нибудь там еще припросит на этот. На аудиенцию. Да, вроде нет. Доспехи хочу новые, но у нас нету столько прихвостей. Кстати, может быть сейчас, если этот в Нордбеге я это
подчинять буду закатов, может, накоплю. Смогу все доспехи выковать новые. Может, я оружие выкую. Еще так здесь скудненько так. Динара, вот здесь? Айда. Цель. Только на меня не наводите, повелитель. Возвращайтесь поскорее, повелитель. Ну что ж, уважаемые подписчики, давайте на этом серию завершать. Спасибо всем тем, кто смотрел. В следующей серии уже пойдем дальше по сюжету. Это, походу, коротенькое получилось. Увидимся.